Всех приветствую на своем YouTube-канале. 26 февраля за окном, на часах 8 вечера, и у нас сегодня будет, пожалуй, самый главный ролик для любителей огородных дел. Я сегодня с вами поговорю про основной фактор получения хорошего урожая. Подавляющее большинство блогеров пытаются вас убедить, что если вы посадите только вот именно этот сорт, то у вас непременно будет отличный урожай. Правда, для этого надо докупить кучу удобрений, тепличку, обогреватель и еще хреновую тучу всякой фигни. Это все по большому счету ерунда. Сейчас практически все сорта соответствующей категории плюс-минус одинаково растут, в одни и те же сроки вызревают и одинаково выглядят. Отличить, например, свеклу сорта Пабло от свеклы сорта Бордо могут только специалисты. Внешние отличия больше специально вносят при селекции в сорт, чтобы выделить его на фоне конкурентов. Самое главное в нашем нелегком деле – это погода. Хорошая теплая погода с небольшими дождиками без ночных похолоданий с мая по сентябрь гарантирует хороший урожай практически у любой культуры, любого сорта и в любом грунте. На хорошей, богатой гумусом почве при прочих равных условиях, безусловно, урожай будет намного богаче, чем в бедной песчаной или глинистой почве. Но погода определяет 90% успеха, а вот оставшиеся 10% приходится на все остальное, чем мы с вами занимаемся весь огородный сезон. Таким образом, можно сказать, что садово-огородническая деятельность – это по большому счету лотерея с погодой, повезет или нет. Рассмотрим, например, 2020 огородный сезон в Ярославле. Чудесное начало мая сменилось дубовым его окончанием. Адская жара июня сменилась ливневыми дождями с низкими ночными температурами в июле. И лишь благодаря чудесному августу и всей теплой осени мы с вами смогли получить неплохой урожай. Понятно, что при такой погоде отличный урожай можно получить только заставив весь участок поликарбонатными теплицами с обогревателями, автоматическими форточками для проветривания и мощной досветкой. Но возникает вопрос, нужны ли вам эти золотые, покрытые изумрудами фрукты и овощи. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!